Телеканал КРТ представляє. Вопрос, который хотелось бы всем этим чиновникам задать. Прожиточный минимум, сколько у нас? 4 тысячи? Я не знаю. Ну, 4 тысячи. И кто у нас проживает? Ну, не важно, я тоже точно так же интересуюсь, как вы. А пенсия нынче от этого? А пенсия 1600. То есть получается, что вот этот пенсионер номинально должен прожить там меньше 15 дней, а потом лечь и умереть. Ну откуда он деньги возьмет? Ну тик, я скажу, тик. Причем из месяца в месяц, из года в год. Ну це ж, я так розумію, політика такого економічного геноциду, правильно? Это, речі, дуже, это дуже просто політика геноцида, не економічного, а повністю геноцида. Населення дуже зменшується. І поэтому вот все время вызывает удивление одно. Во-первых, как эти люди выживают? Вообще, как? Ну действительно, выживают. Заначки нет. Воровать они не умеют, им просто нет. И вот где эта бабушка что-то украдет? У бабушки мают быть. Вот это ж тут треба, вот дивиться, вот мы, трохи, мене побьють за таку точку зору. Давайте сделаем так, социальный договор. Если я могу лікувати своих родичей, то я буду за это платить. Но той бабусь, у кого никого нема, треба, чтобы платила держава и платила так, чтобы она хоть от этого смогла вылікуватись. Понимаете? Я про что кажу. А где же держава возьмет деньги? А откуда тогда деньги платить вот этим, которые державой управляют? Мне не треба платить. По сотни тысяч.